Повторим правописание приставок с глаголами. Мы должны помнить, что с глаголами только «не» частица пишется раздельно. «Не пришел», «не явился», а с глаголами приставки пишутся слитно. Например, «разузнать». «Разузнать» – «раз» – это приставка. Пишем слитно. Давай напишем «разузнать». «Изогнуться», «безуспешный», «безуспешный». Ты же не сможешь ставить слово между словом «без» и «успешный». Не сможешь. Поэтому «без» значит это приставка. И пишется слитно. «Безуспешный». «Возглавить», «изгнать», «бездомный», «бездомный», «бесполезный», «истратить», «истратить», «расставить». Здесь двойная «с», потому что приставка заканчивается на букву «с», а корень на букву «с» начинается. «Расставить». «Нависли». «Налетал». «Покрывал». «Пришло». «Побег». «Поговорить». И, кстати, «по» приставки нету, да? Не бывает. Поэтому «по». Слышим «поговорить», а пишем «поговорить». «Поговорить». Проверяем слова с приставками. «Разузнать», «изогнуться», «безуспешный», «возглавить», «изгнать», «бездомный», «бесполезный», «истратить», «расставить», «нависли», «налетал», «покрывал», «пришло», «побег», «поговорить». И запомни, что приставки пишутся со словом «слитно».